боевые искусства в Японии имеют очень долгую и богатую историю. Прошли долгий путь развития, и в этом развитии выделяется несколько этапов. В современной литературе принято выделять три основных типа, исторически сложившихся типа боевых искусств Японии. Это будзюцу, бугей и будо. Будзюцу – это боевые искусства, которые были ориентированы исключительно на военно-прикладное применение, да, на применение на поле боя. Такой тип исторически доминировал в период междоусобных войн до конца XVI века. Потом Япония вступает в мирный период своего развития. Более 2,5 столетий в стране практически непрерывно царил мир. Никаких крупных военных конфликтов не было, очень долгое время. Но боевые искусства в это время не умирают, они трансформируются в соответствии с новыми представлениями об их сущности. Боевые искусства превращаются в первую очередь в традицию самурайства, которая позволяет этому самурайству ощущать себя воинами. Ну, представьте себе, во главе страны стоит военное сословие. Военное сословие столетиями воевало, а теперь воин нет. Как сохранить себя в качестве воина? Как оправдывать само свое существование? И вот здесь боевые искусства, как дисциплина ума и тела, как причастность к оружию, как умение владеть оружием, играло очень большую роль в таком духовном выживании самурайства. Боевое искусство становится неотъемлемой частью образа жизни самурая. И вот такие боевые искусства уже получают в историографии новое название «бугей». «Бугей» иероглиф указывает на то, что очень большое внимание в этих боевых искусствах этого периода уделялось внешней стороне, ритуальной стороне. То есть зачастую приемы могли быть мало применимы на войне, но выглядели весьма впечатляюще. Далее третий исторически сложившийся тип будо, боевых искусств называется будо. Будо, дословно, воинский путь. И это тот тип боевых искусств, в котором на первый план выходит идея самосовершенствования последователей, самосовершенствования адептов, идея непрерывного движения к какому-то практически недостижимому идеалу. Вот этот идеал, он на самом деле существенно по-разному формулируется в разных видах будо. И этот тип, исторически сложившийся тип боевых искусств, он формируется в последней трети 19-го, в первой трети 20-го века. Объединяет такие боевые искусства, как кендо, айкидо, каратэдо, ну и, конечно же, дзюдо, о котором я собираюсь сегодня говорить. Дзюдо в действительности является образцовым, можно сказать, видом будо, потому что именно дзюдо исторически первым получила доктринальное оформление, как вот такая система воспитания личности в духе идеи непрерывного самосовершенствования и подготовки к служению обществу. И настолько тщательно была эта доктрина разработана, дзюдо именно, что дзюдо явилось образцом для подражания всех остальных видов будо. Так вот, дзюдо – это самый типичный вид японских будо. Самый типичный вид японского дзюдо. А с другой стороны, дзюдо занимает в семье этих самых будо совершенно особое место. И это место определяется в первую очередь вот этим обстоятельством, которое я уже назвал, а именно очень четкой разработкой концепции, вот разработкой идеи самосовершенствования адепта. Именно в дзюдо очень четко определены цели самосовершенствования, сформулирован идеал личности, описаны средства и методы его реализации. И все это сделано в первую очередь в творческом наследии основателя дзюдо, такого выдающегося человека, как
кано дзюгуро. О нем я сегодня много говорил. Вот если сравнивать творческое наследие мастеров карате или, допустим, даже кендо, то мы удивимся. Они многие идеи почерпнули у кано дзюгуро, многие смогли подняться до такого же уровня полноты, до такой же глубины, как у него. Это один из факторов, который вот выделяет именно дзюдо в семье Будо. Но есть другой фактор, и он, я думаю, вам известен. Это единственный вид японских будо, который получил широчайшее признание в качестве олимпийского вида спорта, представлен в олимпийской программе, и в этом качестве, в качестве спорта, имеет широчайшее распространение в мире. В настоящее время в Международной федерации дзюдо, которая объединяет все национальные федерации дзюдо, 199 национальных федераций. При том, что всего в мире там, признанных, непризнанных, на территории с особым статусом государств 257. То есть почти на всей планете, за исключением ненаселенных островов, да, за Нерегором, который родился в 1860 году, а умер в 1938. Кано дзюгуро, если посмотреть в японские издания, это в первую очередь выдающийся деятель образования и педагог, ученый, и только потом мастер боевых искусств, а кроме того, человек исключительно талантливый, человек колоссальной энергии, высокой нравственности и глубокого ума. Это в первую очередь педагог, который говорил о том, что именно воспитание имеет ключевое значение для человеческого общества. Воспитание определяет судьбу общества, направляет судьбу общества. Кано дзюгуро – это, с одной стороны, продукт той удивительной исторической эпохи, в которую мы выпало жить, а с другой стороны, сам творец истории. Он и его последователи, они сыграли, в общем, немаловажную роль в выборе исторического пути в Японии вот, на протяжении его жизни. И идеи многие его, они продолжают иметь значение и сегодня. Обратим на дату рождения Кано дзюгуро, 1860 год. В стране в это время еще правило военно-феодательное правительство сёгунов, военный диктатор. Но страна уже находилась в состоянии брожения. Это брожение определялось осознанием в значительной части степени, в значительной части общества того факта, что сохранение прежних порядков, прежних структур власти недопустимо. Оно тормозит развитие страны и, кроме того, ставит страну в исключительно опасное положение. В стране существует так называемая система Бакухан. С одной стороны, есть сёгунат с его системой органов управления, а с другой стороны, есть хан, многочисленные княжества, их около 270. Они делят территорию страны на автономные, самоуправляемые территории, между которыми законодательно связи искусственно ограничены. Нельзя переходить границу княжества без разрешения. Крестьянин не может покинуть место своего жительства. В княжествах свои законы, свои администрации, свои войска и так далее, и так далее. Общество страшно поляризовано. Оно и разделено на сословия, между которыми довольно такие трудно преодолеваемые границы, и оно разделено территориально, вот на эти самые княжества. А между тем, во всем мире в это время уже задают тон великие западные державы, которые разворачивают колониальную экспансию по всему миру. И вот эти колониальные державы, Англия, Франция, Россия, затем США, они уже вплотную приблизились к берегам Японии. В 1853 году состоялось так называемое открытие Японии, когда в залив Урага, близ Эла, вошла американская эскадра, и вот угроза пушек
добилось от сёгунского правительства согласия на открытие ряда портов для захода туда иностранных кораблей, а затем в 1858 году навязала Японии торговый договор, который открыл японский рынок для иностранных товаров. Вот все эти меры, они привели в конечном итоге к унижению Японии, к дестабилизации ее экономики, и японское общество вот это все очень хорошо осознавало. Оно понимало, что стоит на грани вооруженной агрессии со стороны противника, противостоять которому японское общество не в состоянии. На глазах у японцев такому же унижению и военному разгрому подвергся Китай. Произошла первая огненная война, так называемая, в 30-е годы. И, в общем, было ясное понимание того, что перед силой оружия Запада держал, перед силой их технологий, перед силой их экономики Японии постоять не мог. И вот 60-е годы, наверное, первых впечатлений Кан-дзюгуро, формирования его личности, да, это годы революционных брожений, которые закончились свержением сёгуната Токугава в 1867-1868 году. В результате произошла так называемая реставрация Мэйдзи, а именно возвращение прерогатив власти императора. Хатэшного императора, значит, у его правления был Мэйдзи, поэтому эпоха, в которую, в общем, формировался Кан-дзюгуро как личность, в которую он начал действовать, как выдающаяся личность. Это эпоха Мэйдзи с 1868 по 1911 год. Это было время революционных изменений, революционных, по сути, реформ. Создавалась новая государственность, новое централизованное государство. Были сметены княжества, на их место были созданы префектуры, было создано единое национальное правительство, создавалась новая национальная армия, вводилась всеобщая воинская обязанность, создавалась новая экономика. И все это происходило с заимствованием опыта Запада. И вот Кан-дзюгуро, который в детстве, да, был свидетелем унижения страны, который получил конфуцианское образование уже в детстве, уже после реставрации попадает в круг людей, которые были причастны к строительству вот этого самого мэйдзийского государства, к проведению этих самых реформ, оказывается в частной школе, где изучает английский язык, изучает разные науки по учебникам на английском языке, и в конечном итоге приходит на первый набор в первый в стране университет, Токийский университет, в дальнейшем Токийский императорский университет. В университете Кан-дзюгуро получает образование у лучших японских специалистов и у большого количества специалистов, приглашенных извне, из Европы и из США. Это были разные люди, многие были с передовыми взглядами для своего времени. Они учили японцев, японскую элиту, молодую, да, будущую элиту, пониманию мира, обучали западным наукам. Но кроме того, как ни странно, учили и патриотизм. Один из преподавателей, которому очень многим обязан Кан-дзюгуро, был Эрнест Фемолос, американец, который открыл для Запада европейское искусство. А ведь то время, вот 60-е годы, 70-е, начало 80-х годов в Японии, это было время такого повального увлечения всем западным и отрицания собственного наследия. Это все наследие прошлого, оно нас тянет назад, от него нужно отказаться. Представьте себе, в стране развернулось антибуддийское движение, ломались храмы, сжигались статуи. Искусство японское, то, которое мы сегодня очень высоко ценим, считалось низкопробным, вульгарным, подлежало уничтожению, выбросу. И вот этот американец Фемолос вдруг начинает объяснять японцам, как вы не понимаете, это ваше культурное наследие. И
вот все эти события, этот круг общения, эти уроки, которые получал Кануси Гуроки в частной школе и в университете затем, они сформировали его личность. Это была личность педагога, это была личность ученого, это была личность, ориентированная на использование лучших достижений мировой цивилизации, и в то же время это была личность, убежденная в необходимости сохранить культурное наследие и использовать это наследие для того, чтобы создать новую сильную Японию. Вот вся деятельность Кануси Гуроки, она пронизана именно вот этой идеей создать некую систему воспитания личности, которая будет способна трудиться на благо общества, на благо государства и примет участие в создании действительно сильного государства. Вот с такими мыслями, в таком настроении в 1881 году Кануси Гуроки выпускается из Токийского университета. Там он изучал экономику, политологию, изучал педагогику. И в начале 1882 года он получает приглашение в школу Гакусюин. Гакусюин – это школа, где учились отпрыски самых знатных семей, высшая аристократия. То есть это сразу такой колоссальный шаг, ну, такой в элиту японскую, Нетрудно посчитать, что в 1882 году ему было 22 года. Но это человек исключительной энергии, уже с массой идей и с желанием эти идеи воплотить. В этот период Кануси Гуроки снимает квартиру, снимает несколько помещений в небольшом храме Эйсёдзи, в буддийском храме. При буддийских храмах в истории существовали школы, там учили грамоте, и вот эти помещения, они в буддийский период зачастую сдавались под квартиры. Кануси Гуроки поселяется вот при храме Эйсёдзи, и с ним уже живут несколько молодых ребят, которых их родители, представители японской знати, аристократии, отдали ему под опеку. То есть, да, настолько уже он имел авторитет в свои 22 года, что ему представители самых благородных семей не боялись отдавать воспитывать своих детей, подростков, там, 13 лет и старше. Дело в том, что приезжали из разных уголков Японии эти подростки, чтобы учиться в Японии, ходили на уроки, но нужно было, чтобы кто-то за ними смотрел, занимался воспитанием. И вот там, в этом самом храме Эйсёдзи, Кануси Гуроки начинает впервые преподавать систему борьбы, которая и получит через некоторое время, через несколько месяцев, название Кодокан Дзюдо. Кодокан Дзюдо. Дзюдо – это значит путь мягкости, податливости. Это, собственно говоря, система борьбы. А школа, в рамках которой происходит обучение этой системе, называется Кодокан. Кодокан, то есть дом проповеди пути. Проповеди пути. Ну что это такое, я немножко позже вам расскажу. Значит, официальной датой рождения Дзюдо считается май 1882 года. Это начало занятий Кануси Гуроки, обучение с его первым учеником, того был вот один из тех юношей, которых ему отдали на воспитание. Да, звали его юноша Томита Цунэдзиро. И естественно, что это дзюдо, которое начал преподавать Кануси Гуроки, оно не родилось вдруг на пустом месте. В сущности дзюдо – это закономерный этап в развитии японского искусства борьбы и рукопашного боя. Это искусство в Японии имеет очень давнюю историю. Считается, что, собственно, дзюдо восходит к самурайскому искусству рукопашного боя без оружия, которое называется дзюдзюцу, а то, в свою очередь,
вышла из тех приемов, которые самураи в период междоусобных войн применяли на поле боя. Несколько столетий происходило формирование дзюдзюцу. И как это было характерно для тогдашнего японского общества, это дзюдзюцу развивалось в виде многочисленных школ, которые называются рю или рюха. Полагают, что к концу токугавского периода, то есть к середине 19-го столетия, таких рю было не менее 167. Что такое рю? Рю – это школа, в которой имеется свой технический канон и свой набор технических приемов, которые восходят к основателю школы и также к его наиболее выдающимся последователям. Страна была поделена на княжества, и в княжествах существовали свои рю. Рю эти были весьма замкнутыми, и для них в значительной степени была характерна абсолютизация какого-то наследия. Вот они, допустим, находили какой-то эффективный бросок, или какой-то эффективный удар, или какой-то удушающий прием, и подробно разрабатывали его. Но при этом контакты между рю были весьма ограничены. Каждая школа придерживалась традиции секретности. И это понятно, в феодальном обществе, да и сейчас, всякое знание является ценностью. Никто не передает технологические секреты просто так. Тем более, когда речь идет о военном деле, да, от которого зависит выживание и индивидуума, и государства. И вот в результате такой замкнутости школ, разделенности страны по территориальному признаку, вот эти школы дзюдзюцу многочисленные весьма существенно различались. Одни делали акцент на бросках, другие делали акцент на болевых приемах, третьи разрабатывали только технику борьбы на земле, лежа, четвертые предпочитали удары в стойке. Системы были разные. Канодзигуро увлекся дзюдзюцу еще в детстве. Ему очень хотелось изучать дзюдзюцу, потому что в школе, где он был одним из первых учеников, старшие товарищи нередко просто издевались над ним. Он был слаб физически, болезненный был мальчик и, в общем, перенес свое нервоунижение. Считал, что он должен научиться постоять за себя, он должен укрепить свое здоровье, стать физически сильным человеком, и верил, что вот в этом ему поможет дзюдзюцу. Знал он, что такое существует. Но вот то время, когда на которое приходится его юношеские годы, да, не так просто было найти учителя дзюдзюцу в Японии. Это время, когда трещала по швам вся традиционная система образования, воспитания, когда многие люди в обществе были убеждены в том, что, в частности, традиционные боевые искусства самурайские, они свой век отжили, они никакой ценности не представляют, и их можно смело вынести на славу. Известно, что Канодзигуро обращался к нескольким бывшим инструкторам дзюдзюцу, и те отказывались учить его, говоря: мальчик, тебе не нужно. В наше время это не нужно. И только в 1878 году, когда одновременно практически с тем, когда Канодзигуро поступил в Токийский университет, да, удалось стать учеником в школе Тензин Синьо Ю. Эта школа отличалась разработанной техникой болевых приемов и ударов в уязвимые точки человеческого тела. И отрабатывались эти приемы в основном в форме так называемых ката, то есть парных, строго регламентированных упражнений, где четко расписаны роли. Один нападает, второй защищается и контратакует, и все действия совершаются в строго оговоренном порядке. Многие приемы
из арсенала Тенсин Синьори потом будут сохранены и в системе канзюдо, в кодоканзюдо. Они войдут прежде всего в комплекс киме нока. Киме нока. Это комплекс боевых приемов, боевых приемов. Через 3 года после начала изучения Тензин Синьори Кано Дзюгуро довелось познакомиться с еще одной школой дзюдзюцу, она называлась Киторио. И эта школа была совершенно другого направления. Она восходила рукопашным схваткам самураев в доспех. Доспехи все-таки это железо. Далеко не всегда можно применить болевой прием или ударить человека, который защищен доспехом. Поэтому в школе Киторио была детально разработана в первую очередь техника бросков. То есть это была школа совершенно другого направления. А основной метод тренировки в Киторио был вольные схватки по определенным правилам, в которых удары были запрещены и разрешалось бросать или проводить болевые приемы в стойке, но в основном бросать. Вот как бы сравнение этих двух школ убедило Кано Дзюгуро в том, что, видимо, все-таки вот это наследие прошлого, оно требует определенной доработки, потому что уж слишком они разные, эти школы, и каждая, соответственно, в чем-то неполна, что-то в ней недостает. И вот здесь, вероятно, у него впервые появилась мысль о том, что необходимо комбинировать разные школы дзюдзюцу, а значит широко изучать дзюдзюцу, не придерживаясь какой-то одной конкретной традиции. Вообще для японских рю было очень характерно вот гордость за принадлежность к какой-то традиции. И практически каждый текст, каждое руководство или каждый так называемый каталог, в котором приемы перечислены, он обязательно сопровождается генеалогией. Для японцев исключительно было важно, от кого школа пошла и как вот до конкретного получателя этого документа она дошла. Был предмет гордости. Да, поэтому было очень много ревнителей чистых традиций, и по сей день до сих пор спорят, кто там, так сказать, по правильной ветке учился, кто по неправильной ветке. Но Кано Дзюгуро — это человек уже с европейским образованием, для него это все было не так важно. Он пришел к выводу, что есть в школах как какие-то сильные стороны, так и слабые. И, соответственно, только комбинируя эти школы, можно получить какой-то оптимальный результат. Кроме того, он, в общем, пересмотрел свою мотивацию. Если раньше он просто хотел научиться драться, то здесь, уже будучи студентом университета, слушая лекции о японской культуре, он приходит к выводу, что дзюдзюцу – это и хорошая система физического воспитания, и хорошая система воспитания духа, и хорошая система, которая позволяет приобщиться к национальной культуре, к национальному достоянию. И вот это в конечном итоге приводит к мысли о создании собственной системы, которая бы отвечала потребностям современного человека, ну, ему, естественно, современного человека, японца, молодого японца, который мечтает о сильном государстве, о сильной стране, который хочет свои силы положить на воспитание японского народа, на достижение развития страны. И вот 1880-е годы становятся временем, когда Кано Дзюгуро и вырабатывает свою первичную концепцию. В первую очередь он говорит о том, что дзюдзюцу – это искусство, которое целиком ориентировано на боевое применение. То есть сфера его действия, она узка.
это самозащита или рукопашный бой на войне. Не такой должна быть его система. Он говорит, что дзюдо – это великий путь, потому что этот великий путь учит принципам, основополагающим принципам, которые управляют всеми процессами в природе и в обществе. Этот путь позволяет понять принципы, ключевые принципы для природы и общества. Этот путь призван совершенствовать человека всесторонне. Это система воспитания. Само слово дзюдо, которое стал использовать Кано Дзюгуро, оно не было придумано им. Этим словом уже пользовались некоторые школы японского дзюдзюцу для того, чтобы выделять как-то свое искусство. И в частности, школа Киторио, она пользовалась словом дзюдо. Но все-таки это слово было малоупотребительное. И когда Кано Дзюгуро спрашивали, а молодой человек, вот вы в свои 22-23 года считаете возможным переименовать дзюдзюцу в дзюдо, как бы вправе ли вы так поступать? Да? Кано Дзюгуро говорил, вы знаете, цели моей системы, они другие. И я хочу отмежеваться от дзюдзюцу, но в то же время я хочу подчеркнуть, что все-таки я опираюсь на наследие моих предшественников, моих учителей. Технически я пока не даю чего-то радикально нового, но по сути я предлагаю новое. То есть это такая очень характерная для Кано Дзюгуро и вообще для дзюдо и для того времени в Японии позиция. Да? С одной стороны, мы признаем факт, что опираемся на наследие предков, а с другой стороны, говорим о необходимости это наследие развивать в соответствии с потребностями дня. В рамках своей системы Кодокан Дзюдо, Кано Дзюгуро выделяет три основных цели и, соответственно, три основных аспекта. Это физическое воспитание, это обучение искусству ведения рукопашной схватки и совершенствование сознания. Физическое воспитание, обучение искусству ведения рукопашной схватки и совершенствование сознания. С формальной стороны, с точки зрения того, что изучается, это, конечно, искусство ведения рукопашного боя и искусство борьбы. Изучаются приемы, броски, болевые приемы, удушающие приемы, удары, применяемые в стойке и в положении лежа в борьбе на земле. Но это, с точки зрения Кано Дзюгуро, только форма. Это важная форма, никто от этого не планирует отказываться, потому что именно дзюдо или дзюдзюцу, по мнению Кано Дзюгуро, наиболее актуально. Ведь в Японии в это время лишились своих мечей самураи, и вопрос самозащиты можно было решать только голыми руками практически. Поэтому дзюдо актуально как никогда. Но все-таки эта формальная сторона дела, она для Кано Дзюгуро вторична. Более важным является физическое воспитание. Физическое воспитание направлено на то, чтобы развивать гармонически физически развитую личность. Человек должен быть сильным, здоровым и, самое главное, должен иметь такое тело, которое будет позволять ему эффективно действовать в разных ситуациях. Как он говорил, буквально, если вам нужно что-то подтянуть к себе, значит, вы должны быть в состоянии подтянуть к себе. Если хотите оттолкнуть, то вы должны быть в состоянии оттолкнуть. То есть функциональное тело. И он в частности говорил о том, что недопустима какая-то односторонность. Например, броски нужно выполнять в обе стороны для того, чтобы равномерно развивать мускулатуру. И броски должны быть разными для того, чтобы задействовать разные группы мышц, а не только одну. То есть здесь функциональность, она своеобразна. То есть цель победы в соревновании, допустим, она вторична для Кано Дзюдо. Далее, и, наверное, самый главный аспект именно учения Кано Дзюдо, который выделяет
его систему среди школ дзюдзюцу, это вот его учение о воспитании сознания, совершенствовании сознания. Здесь Кано Цукуро выделял три основных аспекта. Во-первых, нравственное воспитание, во-вторых, интеллектуальное развитие, и в-третьих, изучение возможностей для применения принципов дзюдо для решения различных проблем повседневной жизни. Говоря о нравственном воспитании, Кано Цукуро говорил, что с одной стороны, нравственность воспитывается сама собой в процессе занятия дзюдо. Почему? Потому что схватки в дзюдо, занятия в дзюдо – это всегда взаимодействие двух партнеров, и зачастую конфликтное взаимодействие. И здесь борцы должны всегда думать о том, как не причинить травму партнеру, как не бросить его в стену, как не бросить его на голову. Они должны помогать друг другу, потому что бросаешь ты, потом бросают тебя, тебе нужно предоставить свое тело, чтобы его бросали, и так далее, и так далее. А с другой стороны, Кано Цукуро говорил, что нравственность, конечно, требует, воспитание нравственности, конечно, требует использование, как он говорит, учений воспитывающего характера. То есть он, конечно, говорил о необходимости конфуцианского воспитания, о привлечении различных доктрин морального воспитания и европейских, и японских по происхождению. Говоря о развитии интеллектуальных способностей, Кано Цукуро говорил, мы должны строить занятия таким образом, чтобы развивать такие качества, как наблюдательность, внимательность, память, умение анализировать информацию, классифицировать действия, делать умозаключения. Мы должны развивать воображение, должны учиться учить формулировать мысли, должны формировать чувство прекрасного. И он в своих работах теоретических очень подробно вот на эти все аспекты обращает внимание и подробно объясняет, как это все происходит или как это должно происходить. Человек должен воспитывать в себе положительные качества, благородство манер, он должен уважать справедливость, он не должен быть высокомерным, он должен быть решительным в конфуцианском смысле, он должен быть готов пожертвовать собой ради высокой цели, должен быть искренним, и в то же время он должен быть очень требовательным к себе, он должен уметь контролировать свое физическое состояние и свои мысли, он должен быть смелым, выносливым, терпеливым, должен уметь принимать решения ответственные и принимать решения в условиях дефицита времени, в острой обстановке, уметь брать инициативу на себя. То есть это должен быть человек исключительно активным. Именно такие качества нужны для того, чтобы быть лидером в обществе. То есть Кано Цукуро говорил о том, что мы должны воспитывать в первую очередь лидеров в обществе. Ну и далее Кано Цукуро, конечно, говорит о том, что дзюдо как квинтэссенция конфликта человеческого, схватка дзюдо, она дает возможность понять такие принципы взаимодействия двух партнеров или противников, которые могут помочь человеку в разрешении самых разных ситуаций в жизни, научить его правильным взаимоотношениям с другими людьми, которые встречаются на его жизни, научить организации взаимодействовать и работать друг с другом, и даже более того, научить государство взаимодействовать с другом. Кано Цукуро вот особенно большое внимание уделял вот такому практическому развитию определенных качеств, интеллектуальных и нравственных качеств. Он в этой связи очень остро критиковал тогдашнюю систему образования в Японии. Он говорил, наша система образования, она дает огромное количество знаний. Но знания – это не качество, которое позволяет эти знания правильно использовать, правильно приложить.
Нашим выпускникам школ и даже университета не хватает умения анализировать, не хватает умения классифицировать, не хватает умения брать на себя ответственность и так далее, и так далее. Мы должны воспитывать деятельную личность, ответственную личность и обладающую вот именно важными качествами, а не просто определенным набором знаний. Вот такова была в целом его концепция на этапе становления кодокан дзюдо. И удивительное дело, конечно, в этой концепции и в том, как ее подает сам канон дзюдо в разных своих работах, выступлениях, надо сказать, он был очень плодовитый автор, в собрании сочинений, это 14 томов, и огромное количество публикаций. Ежемесячно издавался журнал в Кодокане на протяжении многих лет, и в каждом номере мы найдем хоть какое-то выступление канон дзюдо по какому-то конкретному поводу. Так вот, канон дзюдо вот эту систему, когда вырабатывал, конечно, в ней виден и его личный опыт, и его личный анализ, его личное понимание, но для нас, как для представителей европейской цивилизации, здесь необходимо отметить одно интересное обстоятельство. Дело в том, что структурно и идейно практически вся вот эта концепция Кодокан, она восходит к работам выдающегося английского теоретика образования Герберта Спенсера. У Герберта Спенсера есть замечательная работа «Воспитание физическое, умственное и нравственное», опубликованная на русском языке. И что самое интересное, на японский язык была переведена раньше, чем на русский язык. И именно эту работу канон дзюдо штудировал в годы обучения своего университета. То есть концепция дзюдо при всей своей японской форме, при специальных костюмах дзюдо, этикете и так далее, имеет своим стержнем построение вот Герберта Спенсера. Я уже говорил о том, что канон дзюдо говорил, что через занятия дзюдо мы должны постичь какой-то универсальный принцип, который, в общем, определяет все процессы и в природе, и в обществе. Называл канон дзюдо этот принцип принципом мягкости, принципом, можно сказать, податливости, дзюмой. Концепция вот этой самой мягкости, дзюмой, она разрабатывалась в разных школах дзюдзюцу еще задолго до канон дзюдо. И надо сказать, что по-разному трактовалось. Вот канон дзюдо взял трактовку, которая восходит к китайскому трактату по военному искусству, по военному делу, Хуан Шигун Сан Люэ. Это три стратегии Хуан Шигун. И в этом трактате говорится: мягкость одолевает твердость, слабость одолевает силу. Мягкость — суть добродетель, твердость — суть разбор. Слабость — спасение человека, сила — проявление зла. Ну, в общем, когда речь шла о каком-то практическом применении, что ли, в борьбе принципа мягкости, в общем, казалось все достаточно просто. Канон дзюдо пишет так: когда противник нападает на меня, используя свою силу, я не противлюсь его силе, а даю ему возможность задействовать всю имеющуюся у него силу. Затем, дождавшись момента, когда мой противник сам, используя собственную силу, выведет себя из равновесия, я провожу подходящий прием и достигаю победы. В общем, понятно, с точки зрения спортсменов, или говорят, провалить противника, да, и, используя его инерцию, бросить. Канон дзюдо считал, что вот этот принцип, он универсальный. Избегать прямого столкновения, избегать конфликта. И использовать инерцию движения, тенденцию для того, чтобы достичь максимального эффекта. Вот это основной круг идей, теоретических идей, которые характерны для системы взглядов канон дзюдо начала 1880-х годов. Далее он, ну, как бы, конечно, выступает не только в качестве теоретика. Он выступает в качестве практика. Канон дзюдо проводит решительную ревизию техники борьбы и, главное, методов обучения.
главным методом обучения в своей системе он делает так называемый рандой. Рандой. Это вольные складки по определенным правилам, с определенными ограничениями. Специфика рандори заключалась в том, что, с одной стороны, здесь были исключены из применения наиболее опасные приемы, что вроде бы снижало, так сказать, ценность военно-прикладной рандори, а с другой стороны, давало возможность в свободном взаимодействии с противником учиться чувствовать времени, развивать чувство времени, чувство дистанции, учиться преодолевать силу противника и так далее, использовать его инерцию, все это в живом взаимодействии. Но это был не единственный метод тренировки, не единственный вид упражнений. Параллельно практиковались ката, то есть вот те самые строго регламентированные парные упражнения, которые существовали в дзюдзо во многих школах. И кроме того, Кануджигуро читал своим ученикам лекции и считал это один из методов, важных методов обучения дзюдо. И кроме того, еще был такой метод обучения, как мондо, то есть индивидуальные беседы. Вот теоретическому, теоретической подготовке, теоретическому аспекту обучения Кануджигуро уделял не меньше внимания, чем практически. Техника, которую использовал Кануджигуро, она в целом в своих основах вот как раз сложилась в 1880-е годы и в основах своих остается неизменным. Хотя с тех пор огромное количество соревнований проведено, огромное количество выдающихся спортсменов было, и каждый из них, конечно, обогащал дзюдо, и, конечно, сегодняшнее дзюдо технически сильно отличается от того дзюдо, которое было при Кануджигуро, оно, конечно, более совершенное и богатое, чем сейчас. Но самое главное, вот говоря о технике дзюдо того времени, важно понять сам дух непрерывного поиска новой техники, обогащения техники, поиска наиболее рациональных вариантов. Если в традиционных школах дзюдзюцу все-таки наставники и ученики тяготели к традиции, мы должны делать так же прием, как его делал великий мастер до нас, то здесь такого абсолютно не было. Здесь искали все более эффективный и совершенный вариант для того, чтобы преодолеть те или иные сложности, возникающие в практике. Далее Кануджигуро разрабатывает правила соревнований, которые исключали возможность серьезных травм за счет того, что были запрещены наиболее опасные приемы. Вводит систему мастерских разрядов дан, дан и кю. Эта система потом будет заимствована всеми японскими будо. Первоначально такая система, по-видимому, существовала в главных шашках, в иго японских. Кануджигуро ее использовал в практике будо впервые и, так сказать, разработал практику применения этой системы, а дальше уже подхватили, так сказать, все остальные. И вот все это происходит на протяжении нескольких лет. Число учеников Кануджигуро потихонечку растет. Надо сказать, что трудности, которые школа Кодокан переживала в это время, были поистине неимоверны. Когда я вот так рассказываю, может создаться впечатление, что все, значит, было очень быстро и легко. Но в действительности не было ни мест тренировки, ни оборудованных залов, ни учеников. Долгое время и очень, так сказать, много сложностей пришлось преодолеть на этом пути. Но результаты были получены в необычайно быстрые сроки. Значит, в мае 1882 года Кануджигуро начал проводить занятия. Первоначально по тому дзюдзюцу, который он изучал, потом началась, так сказать, вот эта вот эпоха поиска и разработки новой техники. А уже в конце 1885 или в 1886 году его ученики, это молодые ребята, 18-19 лет, начинают выступать на турнирах по дзюдзюцу, и результат совершенно ошеломляющий. Их противники терпят поражение одно за другим. А кто такие были противники этих молодых парней? Никому не известно. И учеников человека, которого мастера дзюдзюцу называли школяром. И что этот школяр может научить 22 года?
три года или четыре года стаж занятия дзюдзюцу. Ну что это? Противники были чрезвычайно компетентные люди. В соревнованиях по дзюдзюцу, которые в то время организовывало столичное полицейское управление, а оно выступало таким патроном развития боевых искусств, участвовали самые компетентные мастера, которые находились в Токио. Это были в первую очередь инструктора столичного полицейского управления, выдающиеся мастера, которых собирали со всей Японии. Но единственный, так сказать, существенный недостаток – это то, что все это были люди в возрасте за 40 и даже за 50 лет. А также участвовали в соревнованиях представители разных школ дзюдзюцу. И вот можете себе представить шок всех этих людей, когда выходили молодые парни, там неизвестные, никак не титулованные, никем не признанные, и выигрывали соревновательные схватки одну за другим. Ну, в воспоминаниях Дзюгуро есть упоминание по одному из таких турниров. Он говорит, что примерно 15 человек от школы Кадокан участвовало в соревнованиях. И примерно столько же было вот школа известного в токийском регионе мастера Тоцука. И вот он говорит, что в двух схватках мои ученики проиграли, в трех была ничья, но в 10 остальных схватках мы выиграли. То есть результат такой же колоссальный. Но если вы видели фильм «Гений дзюдо», то вы немножко себе эту атмосферу можете себе представить. От этих событий 1885-1886-1887 годов Кодокан дзюдо очень быстро становится самой влиятельной школой борьбы японской в Токио. Очень быстро начинает расти численность учеников Кано-Дзюгуро. Кано-Дзюгуро обращаются к представителям военно-морского училища с просьбой открыть клуб. Появляются филиалы у Кодокана. Авторитет Кано-Дзюгуро уже классовый. И в 1889 году его приглашают читать лекцию в обществе образования Великой Японии, так называемой, где он в присутствии министра образования Иномото Такеаки и целого ряда других высокопоставленных чиновников образования, представителей бизнеса, рассказывает им концепцию дзюдо, потому что уже вот результаты его педагогической деятельности, его концепции, они уже привлекли к себе внимание. В общем, можно сказать, что с этого момента дзюдо уже приобретает такое общеяпонское значение, и дальше его позиции неуклонно укрепляются. Надо сказать, что несмотря на такой, скажем, триумф, да, Кодокан дзюдо, сам Кано Дзюгуро совершенно не удовлетворялся, что ли, этими результатами. Он говорил о том, что закон жизни – это развитие, бесконечное развитие. И те формы, которые существуют в настоящее время, в тех формах, которые существуют в Кодокан дзюдо сейчас, это только формы этого времени. Дальше дзюдо будет меняться, мы должны непрерывно работать над его обогащением. И он напряженно исследует различные виды японских и неяпонских единоборств, стремясь обогатить технику. Он совершенствует методику обучения. Сейчас уже рядом с ним целая плеяда его воспитанников, которые также принимают очень активное участие в этой работе. Вот мне довелось листать кадокановские журналы ежемесячно. И вы знаете, это вызывает очень глубокое уважение, потому что видишь через эти журналы, что каждый борец, инструктор, добиваясь какого-то успеха, стремился свое знание принести в общую копилку. Там очень много публикаций. Мой вариант такого-то броска, мой вариант такого-то броска. Вот такие-то достижения, возможности медицинского контроля и так далее, и так далее. Действительно, дзюдо начинает развиваться с участием огромного количества людей, специалистов самого разного плана. Это и специалисты в области физического воспитания, и специалисты в области педагогики, это и специалисты в области медицины, и так далее, и так далее.
Сам Камо Джигоро непрерывно работает над совершенствованием концепции дзюдо. К концу 90-х годов, к началу 1900-х годов, он приходит к выводу о том, что его концепция, которую вот он проповедовал в 80-е годы, она в ряде положений была неверна, где-то ошибочна. Ну, в частности, он говорит о том, что вот я проповедовал принцип мягкости податливости, говорю, что он универсален. Знаете, наверное, нет. Нет. Наверное, я ошибался. Представим себе ситуацию. Я стою, меня обхватили сзади предплечья, начинают душить. Как я могу пойти по силе противника? Здесь только один вариант. Сначала собственной силой остановить его руку, блокировать его движение, отодвинуть ее от горла, и только после этого можно будет бросить противника. Значит, принцип мягкости не работает, а значит, он не универсален. И вот усилия Кано Джигоро конца 90-х годов и на протяжении следующих 20 лет, они направлены на поиск вот этого универсального принципа. И это тоже характерная особенность для японских боевых искусств. Есть вера в то, что существуют универсальные принципы, которые управляют всеми процессами. И вот нужно отыскать этот принцип. И если явление естественное, правильное, гармоничное, то в нем этот принцип обязательно проявлен. Значит, нужно искать. Вот Кано Джигоро ищет этот принцип. И в конечном итоге он приходит к такой формулировке, как «сэйрёку дзэньё». Сэйрёку дзэньё. Вот универсальный принцип. Сэйрёку – это, собственно говоря, энергия. Да? Энергия. Дзэньё – это наилучшее использование. То есть универсальный принцип дзюдо – это принцип наилучшего использования энергии. Причем формула, она настолько емкая, что в ней очень много смыслов заключено. Потому что само слово «сэйрёку», оно записано иероглифами, которые, ну, при глубоком толковании, да, подразумевают и психические, и физические силы. Рёку – это чкара, это физическая сила. Вот что-то потянуть рукой – это чкара. Да. Сэй – это утонченная энергия ки, жизненная. Это то, что, в общем, сопряжено с психикой человека. То есть энергия, она подразумевается и психическая, и физическая. Энергия в самом широком смысле. Дзэньё, йо – это применение, использование. Дзэн – это наилучшее. Кано Джигоро очень много экспериментировал с разными формулировками этой темы. И он сначала говорил о наиболее эффективном использовании. Но потом понял, что здесь упущен один момент, а именно момент нравственный. Наилучшее использование – это не только наиболее эффективное для достижения какой-то конкретной материальной цели, но и это в первую очередь использование во благо. В конечном итоге уже в 1915 году Кано Джигоро пишет, что дзюдо – это путь наиболее эффективного использования сил сознания и тела. Вот сущность дзюдо. Уже от названия дзюдо он не отказывается, конечно, оно уже прошло большую историю. В этот период, вот в 10-е годы, Кано Джигоро выступает с концепцией трех уровней в овладении дзюдо. Он говорит, что владение приемами защиты и нападения – это только низший уровень дзюдо. Это низшая ступень дзюдо. Это минимум. Следующая ступень, средняя ступень – это ступень закалки тела, развития физических возможностей и развития ментальных способностей, то есть развития интеллектуальных своих способностей и формирования нравственных качеств.
Но есть еще одна ступень дзюдо, а именно высшая ступень дзюдо, которая характеризуется тем, что мастер дзюдо, свои воспитанные в ходе занятий и изучения дзюдо физические и психические возможности и все знания обязан поставить на служение обществу. То есть общественная деятельность, да, мастера дзюдо – это неотъемлемая часть практики дзюдо. Это высшая ступень дзюдо, о которой говорит Дзюдо.